Я буду курить все видео, чтобы у тебя была иллюзия моего присутствия у тебя дома, сигареты в зубах. Это лазейка, чтобы обойти закон о запрете на курение в общественных местах. Замечательная у нас свободная страна, я вам скажу, ребята. В свободной стране, в которой мы живем, я не могу пойти и купить пиво в 23 часа 00 минут. Я не могу купить сигарет, если мне нет 18 лет. В некоторых заведениях я не могу купить, опять же, то самое пиво, если мне нет тех же самых 18 лет. Ну ладно, о возрасте. Я не могу купить пиво, если у меня нет паспорта. Я не могу купить сигарет, если у меня нет паспорта. Хотя на моей роже написано, что я это употребляю так давно, что это мое давно, наверное, Сталина видела. Ох, какая свободная страна. Запретить все, что якобы вредит населению. Ты слишком веселый из-за пива, Леша, поэтому мы запретим тебе покупать его в определенные часы, чтобы ты был слишком скучным, и чтобы твоя скука прорывалась через всю ночь, потому что завтра тебе идти на работу. А мы не хотим, чтобы ты на работе был веселый, ты же должен делать свою работу так же скучно, как и мы, потому что это скучная уебищная работа, на которую ты поступил, потому что тебе так сказали в детстве делать. Но ты не будешь курить, потому что это смущает вон ту тупорылую женщину с ребенком. Она приперлась в бар и хочет показать, видимо, своему ребенку мир. Но она не хочет, чтобы ты курил, потому что в ее понятии мира этого нет. И она не понимает, что в барах курят. И чтобы вводить туда детей не надо. И вот с такой пизды мне теперь нельзя курить в барах. Потому что это при этом якобы убивает мой организм. Бутерброды с сыром и с беконом тоже убивают твой организм. Но я могу купить сыр, бекон, масло, я могу купить сало, сделать себе из этого 10-фунтовый бургер, сожрать это, и после этого здоровая жирная фрикаделька поползет по моим венам и разорвет мое сердце. Это можно. А чтобы выпить немного алкоголя, стать повеселее для этой скучной стороны, а потом немного покурить, чтобы хоть чуть-чуть успокоиться и не перебить уебанов, которые скучно смотрят из-за темного угла, как ты там развлекаешься. Это нельзя. Мне нельзя ехать непристегнутым в автомобиле. О, какая замечательная страна. Это ведь безопасно ехать с ремнем? Нет. Безопасность тут никоим образом не играет. Если я разобьюсь в смятку, ремень мне не поможет. Если я попаду в аварию, то либо я уебан, либо другой уебан. В конечном итоге есть уебан. А уебан всегда найдется. Из-за этих уебанов может пострадать не только начинка автомобиля, а и другие люди, которые ходят по дорогам, которые ждут автобуса. Из-за автомобилей погибло больше людей, чем людей на веселых вечеринках с алкоголем и с сигаретами. Машины насмерть задавили больше людей, чем какая-нибудь шлюха заразила тебя жутким венерическим заболеванием, потому что ты вызвал ее повеселиться. Но шлюхи вне закона. А автомобили у каждого второго гражданина Российской Федерации. И нельзя посмотреть телевизор, не увидев рекламу автомобиля. Или какого-нибудь очень полезного молочного продукта. Хотя молоко изначально идет из животных, которые генетически несовместимы с нами. Хочешь пить молоко? Пей молоко своей матери. У твоей матери больше нет молока? Найди молодую мать и соси ее титьку. И тебе в кайф вдвойне, и она хотя бы немного освободится, и грудь болеть не будет, женщины поймут. Очень свободная нахер страна. В этой свободной стране я не могу послать какого-нибудь законопринимающего хуя нахуй. Охренеть, какая
у меня свободная страна. Я не могу употреблять мат в интернете. Ой, пиздец! Я не могу прийти к тебе домой и выебать твою собаку. Ну, тут закон, конечно, нет, это просто ты будешь недоволен. Очень свободной стране мы живем. И люди почему-то любят эту страну. У нас есть патриоты, которые, ой, как довольны всем тем, что происходит. Эти патриоты, которые говорят, ну, наша же страна выиграла во Второй мировой войне. Наша же страна была самым великим флотом в свое время. Да? Это было когда? Это было давно. Это сделал ты? Нет, не ты. Верни назад. Избавься от этого. Делай сам что-то новое, интересное. Вот если ты сделаешь что-нибудь такое, из-за чего можно будет гордиться не только тебе, но и хотя бы кучке людей, что будет во благо процветания общества, то да, может быть, ты и будешь патриотом. И то, такой вещи, как патриот, нет. Тебе просто повезло родиться здесь. Ты мог родиться в другое время. Ты мог родиться на Антарктиде. Ты мог родиться пингвином. Но ты нет. Ты родился человеком в России. Тут нет твоей заслуги. Тут нет заслуги дедов, которые воевали во Второй мировой войне. Ты просто один из миллиарда сперматозоидов, который оказался в мужике, который живет под Санкт-Петербургом. Вот и все. И ты любишь эту свободную страну? В жопу эту свободную страну! В жопу со всей этой свободы! В жопу!